И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolve. Все так же на фьордах. И знаете, я задумался. Во-первых, это уже чертовски большое количество серий. Это, что-то мы уже 20 с лишним, да? Там уже к 30-ке подходят. Это как на Extinction. То есть, реально, здесь активности очень много на карте. А во-вторых... Во-вторых, что? А во-вторых, то, что скоро закончится все. По сути, что мне осталось? Несколько боссов пройти. Ястреба притомить. Да. Я хочу попробовать эту механику, как притомить ястреба. И что еще? Пару пещер. Или даже одна пещера. И мини-босс. За ним мы сегодня и пойдем. Так как мне дропнуло седло и еще такого просто охрененного качества. Было 25, стало 316. Это больше, чем в 10 раз. Не знаю точно. У меня с математикой дерьмово. То грех этим не воспользоваться. Но давай сначала посмотрим, насколько разница урона. Я думаю, вот теперь мне точно вот в Солянова будет достаточно, как говорится, да, будет все тяжело и так далее. Меня предрекали, что будет тяжело с ними воевать, но, еще раз но. Я хочу проверить. Так, ну, во-первых, давай. Вот. Посмотрим, поскольку он будет бить, наносить урона. То есть вот так вот бьет 111, 169 и по 111, да? Надеваем седло. Почти в 3 раза. В некоторых случаях даже больше, чем в 3 раза. Обалдеть! Я доволен. Я доволен своей находкой, честно. Потому что это прям... классно. А значит, что? А значит, можем идти мочить мишарик. Ну, я думаю, теперь-то уж точно. Наверняка, без вариантов. Как нефиг нафиг. Но! Хилочки я все равно возьму. Так, выкидываем абсолютно... А, ну что это, обычное седло? Это обычное седло. Зачем оно мне нужно? Так, ну что? Где я получил седло? Если вдруг вы не смотрели мои серии прошлые, во-первых, есть повод посмотреть их. Там буквально какие-то, или вроде в прошлой серии. А во-вторых, что? А, во-вторых, я не помню, короче. Все, погнали. Куда мы в итоге идем? Что у нас по координатам? Я же там где-то себе записывал. Сейчас бы вспомню, где это было. Чуть ли не месяц назад уже. О, это было 1 января. Я делал скриншот этого. Почти месяц. Так, это мы бежим в зимку. Я, кстати, да, за этот период себе шмотки, то есть у меня рецептики появились на шмотки хорошие. Я, кстати, вот эти вот штанцы себе поменял, металл на хитин, потому что они лучше. У меня сейчас по факту... А, нет, это еще металл. Хорошо, хоть что-то у меня металлическое осталось. Вот, потому что чуть ли не фулл сет хитина у меня, он потому что по броне лучше. Сопротивление холода у меня теперь на косарь больше, чем в прошлый раз. Когда я этого посещал, так что без проблем будем туда лететь. У меня ж по сути нету, да? У меня ж по сути нету ничего. Значит, берем, зажимаем R. Это у нас Йотунхейм, потому что север льды это Йотунхейм, да? Да, смертельно опасно. Ну, как бы логично, там холод убивает чертям собачьим. Судя по карте, примерно вот сюда, наверное. Но это не точно. Давай проверим, когда прилетим. Кстати, прикольно, купол почти гигу покрывает. Точнее, гигу покрывает полностью. Так, где мы в итоге появились? Мне нужны координаты примерно 75 на 32.
Уфа, что-то в том районе. А я примерно здесь и появился. Ну, примерно. Бэу. Так, где у меня карта? Оу, оу. Нифига себе примерно. Это чертовски вообще даже близко не там, где нужно. Ну-ка. Бэм. Упал. И хоть махни. Хорошо. Хорошо. Я-то знаю, как он в ярость впадает, и потом это, мне люляки и баб сразу станет. Только он впадет в ярость. Это я знаю. Так. Ну, что-то мне подсказывает, это будет долго. Хорошо, что я решил полететь. Прям... это полностью противоположный конец карты, я прилетел, то есть это прям я ошибся ровно на 100%, прям вот перпендикулярно. Это примерно вот возле вот примерно вот где-то, короче, тут. То есть вот настолько я ошибся. То есть вот примерно вот куда-то вот сюда даже. Да. Ну, зато этот нашел руну. Взял гигушки руну и уже получше. Так, примерно... примерно. Ага. А вот мы видим и камешки. Вот мы видим и камешки. А вот мы видим и пещерушку. Так. Приземляйся. Вызываем гигулю. Гигуля! Так. Еда. Вода. Да-да. Ну, чтобы случайно гигу не выкинуть на базу. Пью! Так. В итоге. По координатам. В верхнем левом углу вы видите координаты. Куда нужно идти? Пам-пам-пам. Пара-пара-па-пам. Пам-пам-пам. А как-то тут... тесно. А, точно, я ж тут был! Это терминал Йотунхейма. 77/28, да? Нет. 87. Слушай, ну я как-то ж сюда попадал. Терминал синего обелиска. Черт его знает, но я как-то же в эту пещеру даже попадал, помнится. Это еще тусил. Еще на мешанке. Это было очень давно, это было пару месяцев назад. Давай, пролази! Ёшкин кот. Ну погнали! О, да! Это красиво! Это чертовски красиво, тут не поспоришь. Но будем считать, что я вызвал с помощью криопода. Да? Так. Короче, как меня тут напугали? Упугали вот это то, что вот там, короче, тебе точно люля-кебаб дадут. Я на обычном гиге даже пытаться не буду, учитывая, как меня хотя бляха-муха. Короче, как мне волчарки напихали, я запомнил это. Так что даже пытаться не будем. Вот это, конечно, гениально. Он прям перед этим появляется. Я прям в жопе его очень застрял. Ёшкин кот. Так. Ой, это хорошо. Это все-таки попробовать. С моим-то теперь защита-то хороший. Урон-то... блин, асакую? Попробовать двоих их вызвать? Типа самец-самка, все дела на призванных потусить.
Не, ну тут как бы вообще прям, ну, это как бы вообще избиение ребенка было. Вот с такой броней так вообще прям избиение ребенка оказалось. Это прям вообще. Я даже битвы не почувствовал. Ну, 30 элемента, это 30 элемента. Да, и седло на Фиомию, конечно. Это прям вообще вот топовая дропина, прям ух! Ух, прям! Так, сейчас просто всякое говно выкидываю, нафиг не нужное. И Даниха. Ротокрыса. Ну, допустим. Так. И качаем естественно урон. Ну, двоих вызывать, это будет чутка жопа. В том плане, что... Это. Того туда-сюда. Один будет с хорошим седлом, другой будет без седла. Ну, давай попробуем. А, это я ягодки выкинул. Думаю, что за какашки лежат. Это я ягодки выкинул. Так. Я снял седло, но я не забрал его из инвентаря. Так, в любом случае пропускать нужно день, да? Да? Да, пропускать день, так что пропустим, перекопируй, все дела. Так, в итоге, вызвал я своего Дига, все переодел. И у меня появилась идея с хилками, если что, с хилками. Проверим, как будет воевать моя гигушка выведенная, но типа с обычным седлом. Вот, осталось полторы минуты. Ну вот, вроде бы все готово. Ну прям да. Так, кстати, вот я же хотел вот это убрать. Чтоб случайно в этой гадости не застревать. Ну и, конечно, то, что он спавнится здесь прям перед носом, это очень смешно. Типа он у тебя просто перед носом спавнится, такой, я пройти не могу. И потом он тебе так, на тебе, вот это по мордасам. Ай, бензин хотел выпить. Так, и вот так. Отличненько. Честно, переживаю, да, у меня сейчас как бы есть самец в яйце, которого я смогу вывести и так далее, но камон, это же притомленный гига, это уже совсем другие, так сказать, это чувство к нему, блин, это ж сколько я его томил, скотину, да, 10 секунд остается, отлично. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Давай, я хочу, чтобы так время тикало. Один, говорю. Давай, беги. Хоп. Так, во-первых, закидываем так. Так. Ну, по 3000 нормаз. Не, ну слушай. С моими настройками, короче, сервера все нормаз. Сервера, бляха-буха, одиночки. То есть в одиночку, ну, то есть на одиночной карте прям, короче, можно не беспокоиться, все будет хорошо. Даже выводить не обязательно. Но, справедливости ради, прошлые, в общем, самые жесткие оказались все-таки песели. Потому что он там поджаривал. Да, здесь говорилось про какую-то его атаку. И вот, походу, дело это вот эта вот атака. Ну, урон так не кисло вкидывает. То есть умножите вот этот урон сразу же на 3 смело и получите... Ага. Вот про что мне говорили. Ярость, да? Он же ярость спал. Давай, братан! Чувак! Мочи его! Давай! Мочи его! Мочи! Все? Красава! Ну вы поняли, да? Почему я отбежал? Вот, вот чего меня предостерегали.
просто пал в ярость. Я даже ничего не смог успеть сделать. То есть не в ХП была проблема. В ярости. Ой. Мне просто тупо повезло. Мне просто тупо повезло. Мне повезло тем, что я был под скалой. Я был под скалой. Я свалился не на спине у него. Я где-то вот сюда свалился сразу автоматом вниз. И мне этим повезло. Клево. Ну, хорошо. Во-первых, мне даже дважды получается повезло. Повезло тем, что у него было много хп, то есть все еще оставалось дофига хп. Хоть и была ярость, но мне как бы пофиг было. То есть здесь основная проблема с гигой, то что не то, что как волки. Волки вносили урон горением, и это процентное соотношение хп. А здесь же самая основная это была ярость. И вот именно вот это вот как раз таки чуть не сыграло со мной злую шутку. Ой, ладно, лети домой, чувак. Красава. Меня не сожрал и медвежонка завалил. Теперь вызываем вот красавицу, боевую единицу, на обычном седле. Ну, как вы поняли, урон здесь будет... Ах, много. Вот, а значит, ярость не успеет появиться. Ой, это, конечно, да. Фух, я чутка пересрался, но благо вовремя додумался отбежать. С криками издалека, давай, давай. Могу. Я только сейчас заметил, температура минус 47 градусов. Но если честно, это почти то же самое, что у меня сейчас за окном. Ну, конечно, не сегодня, вот завтра обещают, у меня минус 40. А, кстати, вы как раз смотрите видос, у меня как раз за окном минус 40 градусов. По крайней мере, обещают. Да уж. Жопа, конечно. Но... И, кстати, да, насчет слоумо. Слоумо все-таки максимально это сотка. Потому что если добавить 10... Видите? Медленнее двигается. Чё я так как-то... Оп, соточка, да? И двигается быстро. Я двигаюсь быстро. Ну-ка, оп, оп. Да ёп твою за ногу. Самое смешное, это пытаться к нему подойти. Ну, тратишь энное время на это дело. О, 17 минут осталось. Подождать 17 минут. Ну, поняли, что ли, 17 минут будешь ждаться, а там пару минуточек. Но все равно. Сам, конечно, лег, это вот примерно смотреть время. То есть запомнить примерно, во сколько времени это все закончилось, и уже, соответственно, после этого, ну, то есть, рассчитывать именно на то, что проходят сутки, и типа ты можешь снова вызвать. Вот примерно на это я рассчитывал. Там меньше суток. Но, короче, неважно. Давай смотреть на обычном седле. Ну, тут, блин, камон, по 13 тысяч я вам вношу, по мне по 105, по 160, в обычное седло. Здесь прям у меня настройки, то есть галочка настройки одиночной игры, типа, прям, ну, прям слишком легко, это понятное дело, тут по-другому никак. Самое челленджевое было это на хорошем, замечу, подчеркну, седле на притопленном, что там у меня был 140-й, 145-й левел, то есть как бы, то есть, можете посмотреть в видосе, я где его томил, то есть на таком гиге, это, конечно, да. Это, собственно, единственное, что я могу сказать, то есть, а так, в целом и обычная гига может много чего сделать. Ну и что я на этом могу сказать? Босс, конечно, жесткий. Самая легкая это пчелка, реально. Вот прям вот показалось, самая легкая это пчелка. Прям вообще на ней не затратил каких-либо сил и нервов. Вот, поэтому это, конечно, да. Также завалил всех боссов по 3 раза, а именно по 3 артефакта мне нужно, чтобы вызывать. То есть данный артефакт нужен для вызова обезьяны мегапитека. Вот, то есть по идее мне остается только набить лут с
мобов. Но это нужно посмотреть, какой именно мне лут нужно будет набить, ну и артефакты все подоставать. То есть буквально там... И пойдем уже на боссов. А, как говорится, завалим боссов по 3 раза. Правильно, пойдем финалить эту карту. Это будет не быстро. Но это еще, наверное, серии 10 это точно будет. Плюс-минус. Плюс-минус, но примерно 10 серий. Вот, не забываем еще, что мне нужно притомить птичку, посмотреть, как она томится, потому что я хочу посмотреть, как она томится, именно прочувствовать это все дело. Вот, и уже там будем смотреть, что, как, да где. Ну а на сегодня это уже все, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра, всем пока.